Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов.